лишнее убираю. Так, поехали. Значит, теперь вы поняли, что такое, когда папа меньше сына знает. Так вот, наши папы, наши деды, наши прадеды, садоводы, остепененные все в этих погонах, все, они завели садоводство такой тупик, что сейчас уже цитировать начали. Не только этот самый специалисты по интернету, по телеканалам, но уже нормальные люди, которые что-то слышали, их берут секаторы и калечат деревья. Вот. Вот и приходится. Ваши учителя, господа, они заслуживают вот это вот. Это еще не мат даже. Ладно. Посажены были сегодня персики. Трансировал 3 месяца, все подбираю вариант. Вот это персики, это для вас, это будут сеянцы. Вот, очень морозостойкие, они уже пережили, прожили 1-2 поколения, привитые будущие на маньчжурцы, потом пошли в свободное плавание, но морозостойкость маньчжурца уже в персиках. Это опять антинаука. Вот, но я вам показывал, прямо посреди сада, 40-градусные морозы, капитально сеянцы подмерзли, но живы. Показывал? А? Вспоминаем. А вот эти вот, столько из них, ну сколько их тут, я не считал. 100 может быть. Может, 120, не считал. Из них вот столько раскрылось. То есть они были посажены тут же отдельно, почему? Это уже гарантия. Они сами раскрылись, когда банку вытряхнули. Это, еще раз говорю, учеба. При том, как я делаю, держу температуру 2-3 градуса тепла в холодильнике. Раз. Это учеба, ребята. Дальше влажность я вам рассказывал, показывал 2. И при этом через 3 месяца и несколько дней случилось вот это чудо. Первое, проснулись, это означает, пора высаживать. Не ждать, вот еще раз, это сколько людей, причем практически все люди, они до меня уже прошли все школу, ну, которую я только матерными словами, вот эту школу прошли. Первое, что они делают, держат до холодильника, ждут, пока все проклюнутся. А проклюнутся только меньшая часть, там холодно, там темно. И только часть из них, это она рассчитана, вот эта часть, на одни условия. Почему? Расщепление свойств – термин науки, он мне тоже нравится. Это значит, что в одних условиях зайдут одни, в других – другие, а третьи не при этих условиях к ним зайдут, и не при тех к ним зайдут. И вообще могут, пока специальные условия не будут созданы именно для них. Итак, наша задача, чтобы при этом получить максимальное количество, но для этого не ждать, когда в холодильнике каждая зайдет. Нет. Зашла 1 из 10 – звоночек, пора высаживать все. Все. Но проклюнувшись отдельно. Вот это я вам серьезно говорю. И тем зайдут и эти. Вот. И еще у меня есть такая манера, очень вредная, противная. Я в отличие от тех специалистов, вспоминаем про это, или к ночи нибудь вспомнят их эти фамилии и должности, и клички. Вот. Так вот, они всегда, показав посреди лета саженец необрезанный, в глубокую яму посажены, искалечены, и больше вы никогда не увидите. Вы догадались, почему? А мы с вами, мои, отслеживаем из года в год, я ничего не путаю, из года в год, из месяца в месяц. Для этого я создал с друзьями и братом 2700 фильмов. Это что, шутки? Поняли, да? Второе. Первое я уже сказал, не ждать. Пришла пора, несколько из десятков зашло, это звонок, высадка всех. И второе, никаких промежуточных подоконников. Вот. Да, в горшок, если вот он проснулся, а на улице снег лежит. Да, в горшок, но холод, а не на подоконник, после чего можете прощаться навсегда. Вот это вторая болезнь. Пошли дальше. Сегодня 18 апреля, видели? Я выбрал, часть из них еще спит, совершенно спит. Ну, вы догадались, какие спят. Дальневосточные спят, маньчжурские спят. Вот, их пора не пришла. А вот те, которые с Европы, те вот так выглядят. Видите?
Вот между ними существует разница, и возможность именно европейских попасть под возвратные заморозки гораздо больше. Вот. Всего несколько дней тепла, здрасте, караул, просыпаемся быстрее. Еще бы, Франция 25 было, ё, несколько дней, 20-25. Ура, мы в Францию вернулись. Вот результат, потом Франция. То есть когда заморозок и прощай, абрикосы.